Нет ума, нет результата. Я считаю, что всем известная фраза «нет боли, нет роста» неправильно. Нужно заменить фразы «нет ума, нет роста». Бодибилдер должен в первую очередь думать. Мощь концентрации. Если вы действительно хотите извлечь максимальную для себя выгоду из тренировок, то прежде всего должны научиться полной концентрации. Не давайте мелким неудобствам или обстоятельствам сломать вашу концентрацию. Тратьте время в зале с максимальной для себя пользой. Может, это будет невежливым, но вы должны показать другим занимающимся в зале, что во время тренировки не намерены общаться с ними. До и после тренировки вы готовы ответить на их вопросы и помочь чем можете, но только не во время тренировки. Такова ваша стратегия полной концентрации на тренировке. Когда вы освоите методику полной концентрации, старайтесь концентрироваться на каждом движении медленно, с полной амплитудой, выполняя каждое повторение. Ваша концентрация должна быть только на тех мышцах, которые работают в данный момент. Концентрируйтесь на фазе опускания, негативной, точно так же, как и на стадии поднятия, позитивной. Неважно, какой вес вы при этом поднимаете, цель ваших занятий в зале – проработка мышц и силы в этом не на первом месте. Конечно, вы должны использовать максимальный вес, с которым вы можете сделать все повторения в сете технически правильно. Вы можете немного помочь себе в последнем повторении, когда ваши мышцы уже истощены и не способны на полностью правильное выполнение упражнения. Однако, старайтесь этого не делать. Если вам дано это, но, вероятно, вы этим и не станете, я хочу, чтобы вы, критически оценив себя, определили, чего желали бы достичь, исходя из вашего генетического потенциала. Никогда не старайтесь представить себя в виде того, кто не соответствует типу вашего телосложения, заложенного генетически. Не пытайтесь представить свое тело таким же классическим, как у Криса Дикерсона или Фрэнка Зана. Если по природе вам дано иметь массивную мускулатуру, как у Кейси Виатора или Ли Хэйни. Конечно, для того, чтобы определить для себя конечный результат, вам необходимо посмотреть фотографии культуристических звезд, определив образец для подражания. Но помните всегда, что вы сами архитектор и строитель своего тела. Войдите в контакт с вашим подсознанием, настоящей электростанцией вашего разума, и используйте самовнушение. Повторяйте себе постоянно, каждый день. «Я становлюсь сильнее и больше. Я думаю, как чемпион. Я тренируюсь, как чемпион. Я буду чемпионом». Использование такой мощной мотивации поможет вам в короткий срок изменить свое тело. Использование самовнушения, пропускаемого через подсознание, поможет создать именно то тело, о котором вы мечтаете. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!